Неизвестные ослепили лазером пилота российского пассажирского самолета во время посадки. Об этом ТАСС сообщил источник. По его информации, инцидент произошел вечером в понедельник, 25 января, в петербургском аэропорту Пулково. Командир воздушного судна, следовавшего из Ханты-Мансийска, доложил о том, что был ослеплен зеленым лазером при приземлении. На безопасности полета и посадки инцидент не сказался, пояснил собеседник агентства. Согласно предварительным данным, светивший лазером человек находился около ресторана между поселком Стрельно и Петерговским шоссе. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Аналогичный инцидент произошел в марте прошлого года. Тогда в Перми неизвестные пытались помешать пилотам, приступившим к посадке пассажирского самолета. Известно, что экипажу удалось благополучно посадить лайнер, в результате случившегося никто не пострадал. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.